Девочки наши, всем привет! У нас сегодня кружевной комплект, такой красивый. Сам он изготовлен из такого красивого кружева красного. Кружево эластичное, тянется очень хорошо, очень будет удобно для повседневной носки. Смотрите, такая моделька на самом деле очень подойдет для повседневной носки, потому что здесь нет косточек у таких чашек, но такие чашки мы делаем только до второго размера максимум. На третьей уже нужна будет поддержка косточки, там уже без нее никак. Здесь у нас у спинки вот такая кружевная капелька, это вот у нас изнаночка сейчас. Вот такой крючок спереди, металлический черный. Можно сделать серебряный под фурнитуру. Здесь черный, потому что, чтобы его не было незаметно. И кружевная спинка. Очень красиво смотрится. А если такое бра носить, например, с маечкой такой, как, например, борцовкой, то у вас эти бретелек не будет видно. То есть там будет просто такая вот кружевная спинка незаметная. И вот посмотрите, здесь небольшой пушап у чашек, он как раз заменяет эти косточки, чтобы была поддержка для второго, например, размера груди. На первый размер тоже можно шить без проблем. И давайте с вами посмотрим трусики. Они у нас здесь идут с липом, с фестонками, кружевом по уровню резиночки трусиков. Шов у нас здесь вот такой, аккуратненький, с изнаночки. И резиночка ближе к талии. Ее можно не делать, но смотрится она очень красиво и подчеркивает фигурку. Вот прям вообще красота. Моему парню нравится. Смотрите, здесь у нас также ластовица хлопковая. Она здесь у нас красная. Любую модельку можно изменить. Например, трусики на танго, на бразильянке. Также можно изменить на стринге, какой захотите. Бюстгальтер можно сделать тоже по вашему желанию. Можно что-то добавить. Но здесь, например, можно добавить резиночки между грудью, красивой. Или можно убрать кружевную спинку и сделать спереди более красивую такую отделку из резиночек. Будет очень красиво смотреться. Если вам нравятся наши обзоры, будем рады вашим лайкам. Будем выкладывать побольше, если вам нравится. Нам очень важна обратная связь. Всем большое спасибо, всем отличного настроения.